I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Yo. I get those goosebumps every time. Всем привет, с вами я, Алина. И сейчас раннее утро. И сегодня величайший праздник, День знаний, 1 сентября. Мы все его так долго ждали. И я его обожаю. 5 минут назад. Хочу лето, не хочу. Хочу отдыхать, хочу играть. Не хочу в школу, не хочу учиться. Поваляюсь 2 минутки и хватит. Теперь пора одеваться, собираться. Ногти я накрасила еще с вечера прошлого дня. Одежда у меня висит на вешалке. Заметьте, не мятая, как в прошлом видео. Собрала рюкзак, теперь пойду одеваться. Вот я и готова, собрана. Теперь можно идти на линейку. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю вам, чтобы у вас были отличные оценки, хорошие друзья, и вам было не скучно учиться в школе. Нет, стой! За кадром. Я не хочу в школу, хочу отдыхать! Нет, не тяните меня, пожалуйста! Мама, не тяните. Где девочки только? А теперь поют мои одноклассницы Аня и Вика. Вам привет! Понимали мои одноклассники. Теперь мы пришли в парк праздновать 1 сентября. А сейчас прокатимся на каких-нибудь машинках. А после парка мы зашли в кафе Бургер Кинг немножко перекусить. Сейчас идем по мосту, тут вот такой прикольный вид. Сейчас я один автобус и поедем домой. На этом закончится мое 1 сентября. Прошло мое 1 сентября. Надеюсь, у вас оно прошло не хуже, и вы также повеселились, как и я. И если вы хотите, чтобы я вам передала привет в конце своего видео, а я буду передавать их, если вы, конечно же, захотите, в конце каждого своего ролика, то пишите в комментариях, кому нужно передать привет, то есть ваше имя или имя вашего друга. И поставьте лайк этому видео, если вы хотите, и вам нравится эта идея. Все ставьте лайки, кликните вот на эту кнопочку, чтобы подписаться на канал. С вами была я, Алина, и всем пока-пока!